я не разбираю. И люди излагают свои мысли, да, диагноз ставят какой-то, ну, для них Нет, ну понятный. просто вот опасаюсь, чтобы колени не сорвала, потому что я знаю, что делает порой неправильно. Так чтобы она делала правильно, надо заставить. А когда начинаю заставлять и говорить, что надо делать. Делай нормально. Но если мама переживает, значит, что-то маму не устраивает. А это хрустит все. Вот так вот, Мирослав, сделай пальцы вот так. Вот так возьми. Не хрустит? Повезло, юное тело. У меня хрустит, у многих хрустит, уже юные хрустят. Коленки хрустят, суставы, локти, все хрустит, шея хрустит. Поэтому надо стараться. Если что-то болит, сразу у нас такой, ну, момент. Сразу. Нет, я просто заметила, что в каких-то моментах не здесь. Я просто видела, что делать неправильно. Так и здесь неправильно делают, я тебе 100% говорю, здесь тоже, здесь основная 90% делает неправильно, а то я и есть, чтобы переубедить из неправильного выполнения в правильное. Опять, правильно для чего и как, для чего, что надо, ей не надо поднимать веса никакие. Не повредить здоровью? Не, у нас здесь задача восстановить наоборот здоровье. Ей же веса не надо тяжелые поднимать, поэтому ей надо просто научиться прыгать. А чтобы прыгать, она может перепробовать разные варианты положения ног. Вот, еще к вам товарищ придет попозже чуть-чуть. Да. Чей? Мой? Нет. А, я понял, все. Да. А, Леня? Да, Леня. А, так какой товарищ, это же брат. Ну, брат. Я понял, да. Она на целую получается тренировка, а он вот в серединочке как, вот помните? Я понял, у нас никто не опаздывает, все приходят, уходят, когда надо. Да нет, у нас потому что сейчас тренировка была, и ее немножко там... Я понял. Да у нас вообще никто не опаздывает. Все как полагается. Мирослав, пойдем температуру быстрее. Сейчас тоже вовремя, да? Конечно. У нас никто не опаздывает, никто. Все приходят, уходят, как считают нужным. Водичку ей тоже он принесет, получается. Я понял. Ребятня, продолжай. Так, ребята, Мирослав, пойдем температуру. Сама завяжешь свои хвосты? Мама, давай, завязывай. Парни, упор лежа принять, бегом. Сюда, к горе, бегом к горе. Бегом, 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 к горе. Маты ставим ровненько. Бегом, что? Минута, конечно, прошла. Так, мама. Если что, прям на паузу просто егос. Я понял, хорошо. К горе. Нет. К горе. Поставили. Поставили маты. К горе. Я убежала. Это, маму отпускаешь? Все, до свидания, говорите. Все, парни. Руки, ноги, быстрее. Пузо, быстрее. Ноги, руки, быстрее, Семен. Быстрее. Руки сюда, ноги туда. Вставай здесь, слезайте, быстрее, быстрее, быстрее. Да, да. Отжимания в стойке. Не надо отжимания. Так, ножки подняли. Отжимания в стойке на руках. Поехали. 20 отжиманий. Понеслась. Да. Семен, Артем, ближе подойдите, пожалуйста. А это мини-силовая? Это мини-силовая. Ближе, а пожалуйста. Это силовая? Да, ближе, пожалуйста, подойдите. Артем, нет, нога, нет, не пузом, а ногами. Семен, ногами. Вы должны подойти ближе, но таз вывести вперед. Артем, Семен, голову вниз. Ручками ближе подойди. Нет, ноги оставь, ноги оставь, ноги оставь. Вот так, голову вниз, молодец. Стой, ногами держись крепко. Вот так отжимаешься. Артем. Вот так, ногами держись крепко. Все, поехали, 20 отжиманий. Головой до пола прям, головой до пола. Так, Мирослав, фамилия, имя, отчество, громко, отчетливо. Какая у тебя фамилия, имя и отчество? Сделал сейчас. Теперь сейчас будете делать 15. Мирослава. Мирослава. Егорова. Павловна. Умница. Давай. Ручку. Самочувствие хорошее? Да. Все, давай пятюню. Желаю хорошей тренировки. Все, парни, быстрее. Мирослав, у тебя задача запрыгнуть 50 раз на матрас, вот на тот, на белый. Иди вперед. Вперед иди. Налево. Маты, маты. Налево смотри. Нет, вперед. Иди, да. Иди, будь здоров. Вот сейчас ты запрыгиваешь 50 раз на нее. Поехали. Нет, ногами, не коленками, а ногами запрыгиваешь. Спрыгнула, запрыгнула, спрыгнула, запрыгнула. Умница, поехали, 50 раз. Парни, 30 секунд отдохнули, 15 отжиманий. Мирослав, да, умница. Да. Умница, прыгай, спрыгнула. Ты можешь спрыгивать, лицом разворачиваться и спрыгать. Запрыгнула, лицом развернулась, спрыгнула. Аккуратненько, умница. Прыгай, только приседай на корочку, когда запрыгиваешь, присела. И спрыгиваешь, тоже приседаешь на корочку, когда спрыгнула. Спрыгнула, присела, умница. Все, 50 раз считай. Семен, как только сделаете, 30 секунд отдых, 10 раз делаете. А после 5 что? Делаем, спокойно, делаем.
Парни, Семен, Артем, меньше отдыха, больше дела. Мирослав, Леня на боксе? Боксирует? Он здесь, в этом помещении? Да. Все, прыгаем. Парни, сделали 10 раз? Сейчас, давай, Артем, быстрее. Сделал 10. Сейчас Артем сделает, теперь потом делаешь 5. Семен, попробуй, когда будешь делать 5, прям головой касаться мата и головой отталкиваться. Прям коснись головой. Да. Нет, ногами туда не надо залезать. Тебе надо наоборот. Да, да, да. Головой прям коснись мата. Прям ложись на мат головой. Прям надо лечь и оттолкнуться. Лечь и оттолкнуться. Семен, сделал, теперь быстрее запрыгивание. Сколько? Понеслась дальше. Прыгаешь, кульбит и все дела делаешь. Нет, это пока сейчас ждем Артем, когда 5 раз сделает. А потом? Ты также продолжаешь сейчас прыгать, кульбиты, кувырки и прочее. Вместе? Потом скажу, погоди, это секрет. Блин, когда будет целый? Сейчас, погоди, это секретный секрет. Давай, делай. Мирослав, какой счет у тебя? 10, умница. Продолжай, делай. Не останавливай, сейчас включу музыку, будет повеселее. Семен, прыгай дальше. Все, Артем, поехали. А прыжки. После 5? После 5, все, вы дальше прыгаете. Можно воды попить? Потерпи, брату. Это целовайся? Попить можно? Потерпите, пожалуйста. 5 минут потерпите, через 5 минут попьете. Парни, дело. Артем, Семен, не сидим. Прыгаем, штурмуем, прыгаем, залезаем, спрыгиваем. Если темно, включите свет. Если темно, Семен, включи свет, если темно. Не, не надо. А то мама Мирослава распереживала, что тренировки нет. Семен, Семен, сюда запрыгни, Артем, запрыгивание, быстрее, Артем. Делай, делай, кульбиты запрыгни, соединяйте, все соединяйте. Молодец, Семыч, дальше продолжаем, да. Мирослав, запрыгнула, спрыгнула, не слезать, а запрыгнула, спрыгнула. Семен, Семен, быстрее, парни, Артем. Быстрее, быстрее, быстрее. Запрыгнули. Да, это трудно, но надо делать. Вам надо сделать по как минимум 100 запрыгиваний. 100 раз штурм. Артем, быстрее. 100 запрыгиваний. Пока вы сделали один. Молодец. Выше. Выше, дальше, сильнее, быстрее. 100 раз надо. Фактически вы 100 раз гору штурманете. Штурм сделаете. Ну, как бы взятие, взятие. Ну, 100 раз это 100 секунд вы потратите, если вы будете один прыжок в секунду сделать. Если один прыжок в 2 секунды, это 200, это 3 минуты, 200 секунд. Поехали. А это 3,5. Ну, 3,5, ничего страшного. Делаем. Меньше стоим, больше делаем. Мирославе тоже трудно, у ней коленка хрустит вон. Да, Мирослав? Коленка захрустела и все. Прыгаем, спрыгиваем, прыгаем, спрыгиваем. Артем, прыгаем, спрыгиваем. Бегом, молодцы. Что? Что? Ты сделала же только что 10 раз, ты сказала, ты уже 50 сделала. Теперь залезаешь в матрас и делаешь 100 высоких прыжков на матрасе. Только не спрыгивай с него на пол. Как на батуте, да. Ты можешь держаться ручками об стенку, если переживаешь, чтобы не улетело. 100 высоких прыжков, ладно? Ты достал, умеешь считать? Умница. Выше, прям прыгай выше. Постарайся до потолка руками коснуться. Прям прыгай к потолку туда, вверх, лети к потолку. Вот, умница, а вот так давай. Можно? Нет, так не считается, парни. Пока вы сделали один раз только. Всего лишь один раз, а это маловато, я вам так скажу честно. Пока еще вы ни разу даже не сделали, получается. Прыгаем выше. А давай вообще отсюда это. Прыгайте, прыгайте. Иначе сейчас пойдете, как Мирослава, 100 раз прыгать на матрасе там. А это круче. Это? Ты пойдешь туда прыгать? Хорошо, иди 100 прыжков. Мирослав, беги сюда, пожалуйста. Поменяйся, Артем. Артем, бегом прыжков. Туда. Бегом туда, 100 прыжков на матрасе. Мирослав, твоя задача. Семен, покажи, как Сем, остановись. Ты с Мирославой здесь. Покажи. Не, я с Артемом. Там один человек. Артем, выше не считается, не считается, не считается. Выше, да. Мирослав, надо тебе отсюда только мат, на котором ты стоишь, подвинь мат. Туда, подвинь, на котором ты стоишь. Да, надо отсюда. Семен, покажи девочке, сестренке, как надо прыгать. Да, запрыгнуть на матрас. Умница. Нет, выше. Поехали.
Семыч, покажи, как надо. Артем, выше, не считается, братан. Мирослава, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Все, запрыгиваем наверх. Семен, Семен, помоги. Нет, не так. Семен, покажи, как надо делать. Пододвинь мат. Пододвинь мат. Давай, показывай. Смотри как. Ножками. Раз, вот так, понеслась. Спрыгнула, запрыгнула, спрыгнула, запрыгнула. Выше, да. Ему 100 раз и вам 100 раз здесь. Понеслась. Семен, потом ты туда вместо Артема пойдешь. Нет, он, да ему там одному не весело. Артем, отвернись к стенке лицом, пожалуйста. И тебе надо держаться руками за стенку и прыгать до потолка. Выше. Двумя руками, да, да, выше. А потом, Семен, ты пойдешь. Он сейчас прыгнул 20 раз, потом ты туда пойдешь, не переживай. Он 20 раз всего лишь прыгнул. Вам надо здесь 100 раз прыгнуть. 50? Ну, до этого ты неправильно делал, поэтому ты сделал 20. Артем, выше. Там же весело. Быстрее, прыгаем. Мирослав, так не надо ногами. Ты Семена чуть не ударила. А, почему ты без носков? Где носки? Быстрее, свет включи, пожалуйста, и носки одевай. Молодец, Семен, кстати, да. Мирослав, включи свет, пожалуйста. Свет, свет, вот выключатель, вот возле двери, включай. 3 штуки включи. Умница, одевай носочки. Семен, прыгаем. Артем, наверх прыгаем, к потолку тянись. Выше, к потолку. Да, только головой стенку не пробей. Выше, ручками прям тянись. Сейчас, Семен, пойдешь туда, не переживай. Семыч, ты можешь запрыгивать с винтом. Подпрыгнул отсюда, а винтом закрутился и плюхнулся на матрас. То есть так. Да, 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 да. Только старайся выше прыгнуть. Мирослава, быстрее носки одевай, долго одеваешь. Артем, выше, выше. Ноги крепкие у вас, ребята, будут. Ноги вообще мощные. 50? Давай еще 50, бегом. Потом я там? Потом ты пойдешь. Артем, выше. Вы потом сальтухи будете нереальные крутить. Мирослав, быстрее носки одевай. Долго одеваешь. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Ребята, у нас время не очень так много. А сколько? Время сейчас и мало, но вообще время у нас не очень много. У нас всего лишь вся жизнь впереди. 100 лет буквально впереди. Эти 100 лет надо прожить. А? Время. Это, эти 100 лет надо будет прожить очень хорошо. Время 7 часов 45 минут. Силовая сейчас будет и перейдете потом на сальтухи, мальтухи, вертухи. Мирослава, пробуем, выше прыгаем. Стоп, парни, ребята, девчата, вы маты, у вас маты, сдвинули щель, видите, образовалась. Слезьте, пожалуйста, сдвиньте матрасики. Не ногами, а Сем, надо желтый матрас подвинуть, желтый матрас. Оба, и Мирослава, Мирослава, слезь. Желтый матрас, не ногами, а ручками подвиньте. Мирослава, слезь. Подвинь желтый матрас. Вот так? Да, двигайте впритык. Посмотрите щель. Вот сюда подойди, Семен. Вот видишь щель? Сюда подойди, Сем, сюда подойди. Смотри щель. Вот, давай, сдвигай. Мирослава, видишь щель? Сдвигайте. Да, нет, желтый матрас. Смотрите секунду. Вот у вас образовалась щель. Нет, ты что не сделал, не обманывай. Вот видишь щель там и там. Берете желтый матрас. Хопа, сдвинули. И с твоей стороны тоже желтый матрасик пододвинул. Артем, тебе еще надо 30 прыжков сделать. Быстрее. Семен, следующий уровень. Да, сдвигай. Так, сдвигай. Туда. Следующий уровень ты показываешь запрыгивание и спрыгивание на колбасу. Сейчас ты увидишь. Сейчас все, тебе покажу. Вот он запрыгнул наверх и спрыгивает, старается удержаться. Да. То есть видишь, какой трюк? Пробуй. Понеслась. Запрыгивать надо не животом, Мирослава, а ногами запрыгивать. Не животом, а ногами надо. Смотри, как Семен. Да. Либо коленочками. Сделал. Все, бегом туда, Семен туда. Артем, бегом сюда. А, да, попить, умыться в туалет. 5 минут перерыв, бегом. Нет воды? Ребятишки, поделитесь сестренки с нашей, с младшей водичкой. Семен, поделишься водичкой? А, Мирослав, иди сюда. Ребятишки вчера оставили, иди сюда. Будет твоя черноголовка, да? Считаешь такие? Да, только надо чуть-чуть повыше, на 0,5 метра повыше. Во! Молодец, молодец. Мирослав, рюкзачок убери с дивана, ладно? И воду в рюкзачок уберешь. Выше, считай, надо 100 раз сделать. Артем, твоя задача будет сейчас девочке показать запрыгивание на мат и спрыгивание на красную колбасу. Устал? Я верю, брат.
Ты даже вспотел, и Семен вспотел, и Мирослава вспотели. Ну а куда одеваться? Жарко. Смотри, Мирослав, Артем, слезь. Пожалуйста, слезь. Подвинь квадратик. Не-не-не-не, подвинь квадратик. Двигай квадратик. Мирослава, смотри внимательно. Сейчас Артем запрыгнет на мат. Запрыгивай, браток. Запрыгивай. Опа, видишь, коленочками? И теперь спрыгивает на красную колбасу. Молодец. Вот давайте, повторяйте. Мирослава и Артем, поехали. Артем, терпи. Нет, неправильно, слезай. И запрыгивай с коленками, выше ноги поднимай. Надо сделать 20 раз вам и 50 раз ему еще осталось. Выше прыгай. Умница. Разворачивайся и прыгаешь. Артем, Артем, аккуратно. Аккуратно прыгай, аккуратно прыгай. Хоп, хотя бы так. И обратно запрыгиваем. Семыч, терпи. Весело, Семен? Нет. Нет? А ты говоришь, что Артему весело там. Ну ладно, развернись на нас. Можешь смотреть на нас, что мы делаем здесь тоже, чтобы не скучно. Прыгай выше. Выше, да. Выше прыгиваем, дальше прыгаем. Опа, смотри, как... Эх, нифига, он аж отпружинил. Ну-ка, Мирослав, аккуратно. Давай. Оп-оп-оп! И кувырочек вперед можно сделать. Красивый кувырочек вперед. Прям раз, кувыркнуться. Смотри на Артема, смотри, что он творит. Оп, оп, во! И кульбит он даже сделал. Понял, что, Семыч? Сейчас повторишь. Сейчас повторишь. Я сто сделал. Сто сделал? Бегом. Все, теперь по очереди втроем. Попить. Ну что, что пили? Я не все, давай, давай, да. Артем, сюда. Теперь вам втроем надо штурмовать гору и спрыгивать с нее. Как будто бы там гоблины сидят на горе, и вам надо их прогнать. А где гоблины? Ну как они спрятались, они гоблины? Они в стенку. О, нифига, Артем, как ниндзя. Сейчас Семен покажет ниндзя. И красивый кувырок вперед делаем. О, умница, да. Дальше делаем, делаем, делаем. Дальше, больше, быстрее, быстрее. Друг друга не бьем. Друг друга не бьем. Терпим, терпим, терпим. Я знаю, трудно, терпим. Очень трудно. Я вам сопереживаю. А ну-ка. А ну-ка, разойдитесь. По очереди. Раз. Хоп. По очереди. Семен, аккуратно. Хоп. Хоп. Мирослав, ты видишь, что они богатыри творят? Да? Давай, кувырочек красивый. Я еще хочу. Чего ты еще делаешь, только аккуратно? Я рук в воздухе. Бам. Мирослав. Запрыгнуть, надо запрыгнуть, не залезать, а запрыгнуть, запрыгнуть, да. Смотрим. Шлеп, 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 шлеп. Аккуратно, давай. Оп. Семен, колесо ты можешь дополнить. Артем, вы можете дополнить колесо. Мирослав, колесо можно дополнить. Я 4 сделал движения. Давай 5 движений. Стоп, Леня, привет. Всем аккуратно. Леня, здоров. Мирослава, не отвлекайся, не отвлекайся. 4-2 движения. Леня, раздувайся, переодевайся, носки. Носки, помнишь про там? Носочки. Что у меня для ванголицы? Есть у меня. Носочки обязательно надо. Нет, я на себя вот. А у меня ноги, а часы не принес. Водичку она добыла, а часы тебе и не надо. Она воду добыла, да. И? Я и дал. Воду. Воду, воду, воду. Водичка в рюкзаке у нее. Нет, не зря потом выпейте, с ребятишками поделитесь. Артем, Семен, ну пожалуйста. Сейчас Леня боксер нам покажет. Прием боксер здесь покажет. А мы сегодня с ним подеремся, если... Давай, ребята, двигаемся, делаем. Вот это я делаю. Это испытание на гоблинах. Это испытание на прыжки, да. Это процесс. Они там гоблины ходят. Загородили голову, пиратайте. Семен, не балуйся, так можно удариться, не балуйтесь. Сейчас я. Отойди! Аккуратно. Оп-оп! Оп. Оп-оп, оп. Скоро в кино сниматься будете, в боевиках. Семен, не мешайте друг другу. Мирослав, аккуратно. Оп-оп. Ой-ой-ой. Ну, как каскадер, да? Как каскадер. Что, каскадером здесь?
каскадер? Да. Вы будете тоже маленький каскадер? Да. Там роллы, там тачки гоняли. Артемыч! Да вообще тачки гоняли. Страшно? Джип ломал машину. Ломали машину? Трап и бигфут. А сильно машины поломали? Да, капец. Там большие колеса вообще. Ну это же, наверное, дорого сломать машину. Нет, там старые. Для ломания? А это вы по телевизору смотрели? Нет, нашел бы. По интернету? Нет, мы прям вживую видели. Серьезно? Да. А, приезжали, точно, точно. Да, да. Тот человек шашлычок. Да. Человек шашлык? Да. Его поджигали? Его поджигали? Дёрни, братан, сюда. С какая крышка мне? Да, там реально какая-то. Давай пятерочки, не здоровайся. Не-не-не, споим. Здрасте. Парни, поздоровайтесь друг с другом. Леня, бегом сюда. Меня последний раз остался. Бегом сюда, браток. Бегом сюда. Молодец. Я не знаю, сколько. Я сделал 20. Сам не для себя. Смотри, тебе надо сделать. Я сделал 19. 50 запрыгиваний. Понеслась. Я сделал 20. И разворачиваемся, спрыгиваем. Я просто, я не знаю, сколько сделал. 50 раз. Теперь, молодцы. Теперь, парни, секундочку. А почему 50? Круто. Мирослав. Качу. Артем. Семен. Возьмите, пожалуйста, по 2 кубика. Все, Вая пошла. Да. Молодец, угадал. У меня уже все. Терпеть. Артем, терпеть. Ага. Я знаю, что вы вспотели. Я знаю, терпеть, парни, терпеть. По 2 кубика возьмите. И вам. Не-не-не. Вам надо сейчас. Секундочку. Вам надо сейчас. Семен, не волнуйся. Потерпите. Встань, пожалуйста. Вам надо сейчас смотреть, что сделать. Ногами здесь, руками сюда. Встали. Раз, два, три. Бегом. Ногами здесь, руками. Сейчас, Мирослав, подойди, это для тебя. Парни, вы здесь быстрее. Мирослав, это для тебя. Ногами. Мирослав. Ногами сюда, головой туда. Артем, Семен, бегом. Артем, Семен. Ногами туда, головой туда. Развернись. Ногами сюда, головой туда. Да. Ты ножками здесь, Мирослава, ты ногами здесь, головой туда. Семен, быстрее. Артем. Нет. Специально тебе. Да. Можно уже принять. Не могу стоять. Потому что я на полсе. Не будешь стоять на голове, не будешь. Ты пока прыгай. Пока прыгай. Хорошо. Все. Теперь слушайте внимательно. Сейчас вы делаете. Мирослава, ты делаешь 20 отжиманий. Парни делают 40 отжиманий. Поехали. Отжимаемся. Мирослава, ты делаешь 20 отжиманий. Я покажу. Ноги вместе. 40. Сделай. Вот так. Ложись вниз. Нет, не падать. Вставай. Так, поднимаешься из колена. Ложись вниз, не падать. Вставай. Я знаю, что трудно. Кубики крепко руками. Ладно? Так делаешь 20 раз. Договорились? Сами падают, надо держать крепко. 20 раз, парни, вам 40 раз, бегом. Артем, руки поуже сделай. Семен, терпим. Сейчас еще раз кто напердит, будет 100 отжиманий делать, слышите? Сейчас будете 100 отжиманий делать. И кто смеяться будет? Все, тихо. Леня, на температуру бегом. Надо, чтобы ты видела технику выполнения за ребятами, чтобы ты могла им подсказать, правильно или нет. Не-не-не, зачем? На матрасе быть, Мирослава, на матрасе. Хорошо, Мирослав, ты можешь кубики убрать без кубиков. Кубики в сторону отложи. Фамилия, имя, отчество, громко отчетливо. Егор Леонид Павлович. Леонид Павлович, как твое самочувствие? Нормально. Все, братан, давай пятюню. Теперь тебе надо сделать 100 прыгов на матрасе, на мате. Я еще не делал. А, все, доделывай. Мирослава, не падать. Парни, вам 40, ей 20. Терпеть. Мирослава, терпеть. Не балуемся. Никто не балуйте, зачем? Мирослава, Леня, вы должны сейчас наоборот показать сверхуровень. И Артем, и Семен, вы покажете сверх. Что говоришь? Тяжело? Ну, я знаю, всем тяжело. И ребятам, смотри, как им тяжело. У меня что-то тут из мозаички так болеть, потому что я много съел. Много съел? Но не надо много перед тренировкой есть. Парни, Семен, Артем. Пол
Перед тренировкой может бок заболеть. Мирослав, терпи. Мирослав, ты на мальчишек внимание не обращай. Они всегда смеются. Это мальчики. Да, потому что она девочка. Это наша младшая сестра. Ей надо меньше, чем вам. А вы взрослые уже. А если было бы ей 32? Какая разница? Она девочка. Она девочка. Какая разница? Артем, Семен, ну хорош. Ну, парни, ну хорош. Да верю, Артем, верю. Братан, скажи, ты думаешь, я тебе не верю? Или Семену, или ей, или ему? Я вам не верю, я вам верю. Очень тяжело. Да здравствуй. Че, мальчишки хулиганят, да? Да пусть хулиганят. Ты отжалась? Теперь... А я не хулиганю. Теперь иди к брату. Помнишь, ты 100 прыжков? А, ты так 100 прыжков не доделала. Беги к брату. И теперь вам там вдвоем на пару надо сделать 100 высоченных прыжков. Леня, сестренку не толкай, ладно? Умница, считай, 100 прыжков, прям к потолку тянись, чтобы высокие вы выросли. Тянись к потолку. Хоп, хоп, да. Леня, не хулигань. Парни, терпеть, Мы ж к ниндзям готовимся, Артем. Если вы поедете на ниндзя, а мы хотим поехать, и у вас группа поддержки вашей быть. Ну и что? Может, мы 10-й сезон выиграем. Поедем. Я бы с радостью с вами бы за компанию поехал бы. Да может, их много выйдет. Нет, там какая-то новая программа. Парни, да если что, мы свои ниндзя можем открыть. Мы можем сделать... Поволжские пластуны. Или покровские гимнасты. Состязание покровских гимнастов. Лёнь, большой разбег не делай, не надо. Тебе надо рядом с матрасом прыгать. Не сбивайся, прыгай, прыгай. Парни, сделали? Нет, я мне еще... Быстрее. А я сделал. Сделал, кубики откладывай. Теперь, Семён, сейчас для тебя будет задача, мы будем готовиться к сальто. Сейчас будем сюда, здесь. Сюда. Задача, смотрите, кубики ставьте. Потерпи, Артём, прям одну минуту, 5 минут. Здравствуй, сам потерплю. Задача. Мы сейчас будем тренироваться с Альтой. Мирослав, 100 выпрыгов надо сделать. 100. Парни, смотрите, вот вы встаете, ты и Артем. Смотрите внимательно. Вы встаете. Теперь надо 100 выпрыгов, как сестренка прыгает. Артем, будь здоров. Семен, Артем, смотрите. Вы будь здоров. Мы сейчас будем готовиться к заднему сальту. Для этого встаете здесь. А, я понял. И падаешь на мату. Да. И группировку. Да. Поехали. 50 раз. Тебе и тебе. Если чувствуешь высота маленькая, убирай. Тогда положи себе квадратик еще один. Все, прям спиной. Да, нет, надо прям группировку. Только ноги. Вот так группировку. Можно вот так залетать. Да, давай еще. Да, все, правильно. А да, 50 раз. Дальше прыгай. Семен, прям лети туда. На плечи. Да. Прям на плечи заваливай. Да, Артем, прям на плечи заваливайтесь. Не бойтесь кувыркнуться назад. Ты вот здесь только стой. Все, ты вот здесь стой. Ребят, задача. Выше и дальше. Об стенки не ударить. Смотри, какое расстояние далеко. Сколько сделал? Расстояние очень далеко. Вы еще даже 10 раз не сделали. Я еще 45. Да. Не уходите вы. Я где-то в районе 10. В районе 10 что? Сделал? Мирослав, не залипай. Не залипай. Прыгай. Нет, вот ты сам учись считать. Мирослава, ты до 100 умеешь считать? Да. А брат умеет считать до 100? Нет. Научи его считать до 100. Помоги ему посчитать. Парни, терпим. Нет, Сёма, нет. Нет, руками не надо касаться пола. Да. Выше. Да, еще выше. Прям ноги... Вам надо как бы так запрыгнуть. Парни, погодите секундочку. Артём, Семён, пойди, пожалуйста. Вам надо так запрыгнуть, что вам надо... Что вам надо чуть-чуть, посмотрите, чтобы вы на эту часть, аж вас чтобы подкрутило. То есть получается вот так. То есть вы прыгиваете и прям... Коленкой у вас не... Так, ну смотрите, как ноги раздвигают. Не вот так. Я уже попал в глаз. Вот, потому что, вот смотрите, можно удариться. А надо ноги, хоп, и видите, я не ударюсь. Вот это вот должно быть по-любому. Иначе можно нос разломать, там кровище, сопище. Глаз выбить можно сам себе. Кто виноват будет? Одноглазый пират. Леня, прыгай. Мирослава, не залипай. Я ты должна сделать
100 раз четко, четко, чтобы прям идеально было. Потерпите, еще 5 минут прыжков. Потом вы пойдете на сальто тренировать, а они пойдут туда. Да. Потом вы идете на сальто тренироваться, а они туда, выше, Семен, Артем, выше. Семыч, еще выше, больше. Да, 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 ноги, да. Старайтесь прям как бы на плечи завалиться. Терпим. Терпим, терпим, я знаю, трудно, терпим. Вам еще надо 20 раз допрыгнуть, им 20 раз сделать. Они даже не прыгают в высоту. Ну, пытаются. Мате, пожалуйста, вот так все где европейцы. Выше. Нет, выше. Раз, два. Шуп, туда, к потолку. Давай, прям к потолку. 27. Шуп. Ну, дай потом. Вот так вот. Смотрите. Прыгаем, прыгаем. Ба! Ба! Куда? Идите к нам, куда? Куда? Сделали? Нет. Сейчас они доделают без смены, ладно? В воскресенье я буду тепло улицу. Вы на даче были? Нет. Ага. Ребята, быстрее. Артем, Семен, быстрее смена. Приготовьтесь, сейчас смена будет. Обмен. Стоп. Смена. Смена. Я 45 сделал. Ничего страшного, побежали. Можно попить? Ладно, быстрее, перерыв 5 минут, попейте, мыться в туалет. Не падайте. Сходите, умойтесь, Мирослав, Леня, Артем, Семен. Сходите водой, умойтесь холодненькой. Можно умыться и голову намочить, волосы намочить. Терпим, терпим, терпим. Семен, Артем, Мирослава, Леня, ну-ка стоп, поправьте маты, Мирослава, слезь. Что говоришь? Ничего страшного, потом доделаешь. Ладно, по два кубика взяли быстрее? Да. Я? Вот эти. Все по два кубика взяли? Пока я буду маты поправлять. На сегодня 4. Быстрее, по два кубика взяли. 4 года исполнилось. 4 раза нет, брать. Нет, нет, раз, сколько? 7. Ребята, быстрее. 1, 2, 3, 4. Дайте девочке, ну, да, вы что вы за себе взяли, а девочке не дали? У нас же еще Сергей. Я же Сергей Геннадьевич есть, нас же 5. 4 года ему. 4 года. А мы ему 4 года. Ему всего лишь 4 года? Нет, что? Мне 5. Ярослав, вот мне такие 5. Мальчишки, да? Не 7, не 7. Даже за девочками не ухаживают. Мне 7, 5 лет. Так, Леня, Леня, сюда, Леня, сюда. Ногами сюда, головой туда. Артем, сюда. Ногами сюда, головой туда. Артем, Леня, двигайся ближе. Леня, нет, сюда, двигайся сюда. Артем, быстрее, ногами туда, головой туда. Семен, быстрее, быстрее. Чуть-чуть сдвинься, Леня, чуть-чуть сдвинься. Мирослава, тебе на белом матрасе. Семен, сдвинься немножко. Леня, сдвинься чуть-чуть. Да, Семыч, да. Леня, сдвиньте чуть-чуть. Семен, ты можешь ручку здесь поставить. Упор лежа принять? Что делаешь? Сейчас держишься в кубике. Крепко. Держись. Леня, выпрямись спину. Поехали. Мальчикам 20 отжиманий, девочке 10 отжиманий. Поехали. 10 ни о чем. Быстрее. Спокойно. Мальчишкам 20 отжиманий. Леня, груди до пола. Посмотри, как рядом ребята отжимаются. Леня. Леня, живот крепко держи. Леонид, крепко живот, подними спину. Да, посмотри, как рядом Семен и Артем отжимаются. Мирослава, смотри на мальчишек тоже, бери пример.
Отжиматься, не заваливаться, не скручиваться, отжиматься крепко. Терпи. Я 20 сделала.